Сказочное представление с участием главных новогодних героев, Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки, стало отличным поводом собрать в одном зале ребят, которые, как никто другой, в эти предпраздничные дни ждут осуществления своих желаний. Среди гостей красочного зрелища – мальчики и девочки, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в социально опасном положении. Для сотрудников областного управления внутренних дел за много лет работы они уже давно стали близкими и родными. Уже стало доброй традицией в период новогодних и рождественских праздников проведение благотворительной акции «Дорога к сердцу». Цель нашей акции – это поддержка и поздравление детей, находящихся в социально опасном положении. Подобные мероприятия помощи и поддержки сотрудники Управления внутренних дел проводят регулярно. Это и многочисленные рейды, и профилактические беседы, и дополнительные занятия с трудными подростками. Все делается для того, чтобы защитить таких ребят и помочь им выбрать правильную дорогу в жизни. Сотрудниками внутренних органов мы уже 20 лет вместе. Почему? Потому что это наша надежная охрана, это наша помощь. Потому что дети у нас разные, с разными привычками, наклонностями какими-то. Поэтому они всегда рядом с нами. Даже спектакль «Сказка» был в какой-то степени профилактическим мероприятием. Сюжет праздничной программы поучителен. Главный персонаж спектакля – Незнайка — в очередной раз боролся со злом. И победа осталась на стороне литературного героя. Как всегда, добро восторжествовало. Финальным аккордом праздника стали хороводы вокруг красавицы-елки и такие любимые многими сладкие подарки. Ведь сияющие от радости детские лица – главная награда для неравнодушных взрослых.